выигрывает команда Виктора Сиднева. И мы начинаем шестой раунд. Игорь, Игорь, все, спасибо, спасибо. Внимание, объявляется новый конкурс. Конкурс «Хрустальные совы». Уважаемые телезрители, те из вас, кто угадает решение жюри и первыми назовут лучшего игрока 86-го года или лучший вопрос, получат специальные призы. А сейчас продолжаем игру. Какой сектор? Сектор номер 5 по стрике. Сектор номер 5. Гамалеев из Измаила. Да. Сотрудник Союз Внештранса Александр Владимирович, прошу вас, Гамалеев, город Измаил, Одесская область. Внештранс. Прошу вас. А сейчас вы победите, я надеюсь на это. А сейчас внимание на экран. Полная тишина. Покажите нам деталь одежды, которая вошла в моду благодаря автору этой оперы. Это кимоно. Деталь одежды. Благодаря автору. Пучини, итальянец. Веер был? Веер, старый. Нет. Был, не был? Чего, не был. А вот эти штуки, которые в прическе торчат. Штыки? Да. Были раньше. А как это? Кимоно, деталь, пояс? Деталь у нас есть. Так, вот, может быть, просто автор ввел в обиход мужской одежды. Сам Пучини. Ну, скорее всего, да. Нет, но она должна была показана. Скорее всего, у нас есть. Вот на нас. Так, надо, может быть, помнить. В начале, может быть, помнить. Начало, не последнюю часть. Вот. В начале там была служба, там кто-то еще. Служащая была, да. Там что, кимоно и большой широкий пояс. Звездный задибан. Пояса. А, может быть, обувь, нет? А, слушайте, действительно же были платья с этим бантом сзади. Так, ребята, а сандали? Деревянные? Нет, сандали. У нас еще минуты есть. Да. Еще варианты. Так, значит, прическа. Деталь одежды. Еще минуту. Еще берете минуту, пожалуйста, минута вторая. Платье веер. Платье веер. Одежда, ребята. Время одежда. Какое? Никит, слушай, а при чем здесь все? Ну, как конец прошлого начала. Нет, это до медицинской революции. То есть на прическе было? Слушай, а кинжал это не может иметь кого-нибудь? На прическе было. Одежда. Вот одежда. Может быть, какая-то вот связанная все-таки с кинжалом. Бантик сзади. Ну, кимоно же не может быть. Ну, я не знаю, веер там. Что-то вот от чего пошло. В самом прошлом веке мог что-то донести? Чья сам бабочка? Может, от бабочки? Бабочка. 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 Может, бабочка. Это сама галс. Бабочка. 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 Точно? Тогда бабочка. Я про себя. Время за конец 19-го. Да. Конец 19-го. Хорошо. Ответ готов. Значит, ну хорошо, 10 секунд. Да не надо. Ну сейчас, ну свистнет от ВИЧ. Прошу вас. Значит, мы считаем, что с легкой руки автора оперы Чио Чиасан или Мадам Баттерфляй, что означает бабочка, в моду вошли мужские галстуки бабочки. Спасибо. А сейчас, внимание, правильный ответ. В 1904 году в Миланском театре Ля Скала состоялась премьера оперы Пучини Чио Чиасан или Мадам Баттерфляй. Чтобы зрители запомнили название этой оперы, композитор заставил всех мужчин-актеров надеть бабочки. Мадам Баттерфляй, по-русски мадам бабочка. Ну что ж, Александр Владимирович, что нам делать? Проигрываем. Сдаваться.
первый раунд. Уважаемые телезрители, знакомьтесь, капитан команды новичков Марина Уфаева. Марина, вам удается управлять этими молодыми людьми? Вообще, знаете, да. Это сложно, конечно, но я стараюсь. Скажите, а кто в вашей команде самый сильный игрок? Они будущая или звезда, что, где, когда? Они у меня все сильные. Но самый сильный кто? Все сильные. Я не могу выделить. Сильные так все. Не можете. Максим Дроздов, это вы? Нет, пожалуй, нет. А вы это считаете кто? Это моя скромность. Это моя скромность, на самом деле. Давайте посмотрим на стол. Уже давным-давно остановилась стрелка. Играет сектор Киров. Против вас. Играют Лада и Александр Трифоновы, город Киров. Уважаемые телезрители, внимание! С сегодняшнего дня вы сами будете определять стоимость каждого вопроса в нашей игре. А получать деньги будут только телезрители, знатоки получать не будут. В каждом раунде, сразу после того, как вы услышите вопрос, высказывайте свою точку зрения. Если вам вопрос нравится, звоните 105-55-21. Если не нравится, 105-55-22. Госпожа Уфаева, у вас сегодня премьера. Вы хорошо выглядите. Спасибо. А как вы думаете, ваша премьера пройдет на ура или провалится? Я не знаю. Как Бог даст, так и будет. Тогда послушайте оперу. Премьера этой оперы, госпожа Уфаева, с треском провалилась. Поэтому перед второй премьерой была проведена рекламная кампания при помощи предмета, который есть у нашего распорядителя зала, Андрея, у которого тоже сегодня премьера. Внимание, вопрос. Какой предмет стал популярным с тех пор? Популярным с тех пор? Просто рекламная... Это Пучини, кажется, это? Пучини, но я не знаю, я могу ошибаться. А что есть у него, у распорядителя, что может? Дефлетор Мауса, летучая мышь. Бабочка. 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 То и что? Почему рекламная кампания с помощью бабочки? Потому что, ну как, на плакате была какие черная бабочка. Еще что, ты хочешь сказать? Премьера, подожди, что означает ему? У него тоже премьера. У него тоже премьера. У всех есть премьера. Это понятно, дальше думайте. Программка? Программка нет, афиша это просто. Может быть, это листок. А когда это было премьера? Что это такое? Просто провалилось без времени. Почему она могла с треском провалиться? Потому что не было зрителей. Может быть, неважно. Чем вы сами можете привлечь и пойти? Чем вы можете пойти? Только исключительно афиша, что еще? Ну, тумба. Ну, распорядитель красный, какой-то жилет, бабочка, что-то яркое, что может привлечь. А почему? Дима, да, короче. Почему? Дима, ну, кто сейчас? Кто отвечает у вас? Отвечает Дмитрий Чарахчан. Дмитрий Чарахчан, мы, посмотрев на вашего распорядителя, Андрея, решили, что единственной вещью, которую можно использовать для рекламы летучей мыши, может быть его бабочка. Для рекламы летучей мыши? Да. Оперетта «Летучая мышь». Внимание, правильный ответ. Господин Чарахчан. Да. Вы слушали оперу «Чио-Чио-Сан»? Не довелось. Вы вот только что ее слышали. А, слушал. Ария, господин Чарахчан. Ария «Мадам Баттерфляй». «Мадам Баттерфляй», «Баттерфляй» в переводе «бабочка». С той самой поры в моду вошел галстук «бабочка». Господин Чарахчан, да. На телевидении существует очень много передач, в которых оцениваются знания. Мы же с вами занимаемся игрой ума.
Может быть, для вас и лишнее знать арию «Мадам Баттерфляй». Самое главное, что у распорядителя действительно. Давайте посмотрим. Бабочка. Счет становится 1-0 в пользу знатоков. Поздравляю вас, Дмитрий, хотя первое очко мы можем с вами разделить пополам.